Еще каких-нибудь 60 лет назад и дороги московских окраин, и посадские дороги трудно было привести в порядок весной. К счастью, сейчас дорожникам существенно проще наводить порядок после зимы. В первую очередь мы ориентируемся на погоду. Как бы снег сошел, все растаяло, начинаем приводить улицы в порядок. Вот в данный момент производим плановую уборку смета. Весь песок, что высыпали на дорогу за зиму, и прибившийся мусор сметают где вручную, где с помощью техники. Вывозят. Если этого не сделать, город задохнется в пыли и будет иметь неопрятный вид. Город, как каждый из нас, хочет весенней чистоты. Компания «Гарант» обслуживает 865 километров дорог в округе и 59 километров тротуаров. До 1 мая дорожники должны привести их в порядок. С 1 апреля администрация округа объявляет месяц чистоты и порядка. К дорожникам присоединятся другие городские службы. Оксана Мирошникова, Михаил Кирсанов. Программа «События».